Я вышел на поиски Бога, в предгорье уже расцвело, а нужно мне было немного, где пригоршни глины всего. Из гор я спустился в долину, развел над рекою костер, и красную вязкую глину в ладонях размял и растер. Что знал я в ту пору о Боге на ранней заре бытия? Я вылепил руки и ноги, и голову вылепил я. И полон предчувствием смутным, мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым, что он пожалеет меня. Когда же он померк этот длинный день страхов, надежд и скорбей, мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне: иди и убей. И канули годы, и снова все так же, но только грубей, мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне: иди и убей. И шел я дорогою праха, мне в платье впивался репей, и Бог, сотворенный из страха, шептал мне: иди и убей. Но вновь я печально и строго с утра выхожу за порог на поиски доброго Бога, и ах, да поможет мне Бог. Александр Акадьевич,